Так, ладно. Будем надеяться, что сеть на месте. Похоже, здесь побывал Теодор. Возможно, поэтому я не смог связаться с Унилом. Тут поблизости убежище Хоффман. Надо к ней заглянуть. Хоффман, ты здесь? Еще один сигнал. Что здесь случилось? Оставил убежище и ушел в запретную зону сети. Не похоже на него.
Похоже, здесь была усиленная охрана. Баки какие-то. Зачем им все это? Без чипа тут никак не пройдешь. Наверняка здесь должен быть хоть один. Церебральный чип не обнаружен. Проклятье. Все наши усилия пропали в туне. 20% населения Юниона смогли обратить. Такими темпами через 2 недели в городе никого не останется. Мы потеряли 20% населения Юниона.
это что такое? Если у него еще остался чип, я смогу войти в ту дверь и найти Хоффман. Ладно, посмотрим, что будет. Хорошо, что он был уже мертв. Надо выбираться из этой лаборатории.
патроны кончились. Это что, жители Юниона? Что Мёбиус с ними сделал? О, нет. Начинается. Надо отсюда выбираться. Опять эта хрень. Thank you.
Почему она гоняется за мной? И что это за место? Поиск церебрального чипа. Подождите. Церебральный чип обнаружен. Вход разрешен. Наконец-то. Теперь бы догнать Хоффман и О'Нила. Голоса. Какой еще Лиам? Назад! Прочь с дороги, Себастьян! О'Нил, что с тобой? Теодор указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. А в обмен он дал мне новую жизнь. Это жизнь раба. Тебе не понять. И ты сгоришь! Слишком жарко. Надо потушить огонь. Очистись!
хватит бегать! Спасибо, Себастьян. Наконец я свободен от его голоса. От страхов. Мне было так страшно. Останови его. Чтобы его остановить, надо сначала найти его, О'Нил. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь, и тогда сможешь уничтожить его. Что случилось? Как О'Нил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышал. Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Огнемет. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему. Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм? Так.
Кидман, это я. Хорошо тебя слышу, Себастьян. Мёбиус. Название. Это все, что я о них знал. Все пути, которыми я шел, вели в тупик. И теперь выясняется, что они повсюду, прямо перед носом. Но невидимые. Я не понимаю, как. Я уже говорила. Ты не нашел следов Мёбиуса, потому что они не хотели этого. Они существуют уже очень-очень давно. И знают, что делают. Мы знали, что ты ищешь. Следили за тобой. Мешали тебе всякий раз, как ты подходил слишком близко. Почему? Почему они это делают? Людей нужно направлять. Людям нужны лидеры. А то, чего жаждет Мёбиус, это не лидерство. Это порабощение. И они это знают. Если бы они обработали всю прессу и всех политиков, то уже не таились бы. Они прячутся в тени, потому что знают. Это зло. Если бы люди узнали правду о Мёбиусе, их бы с землей сравнили. Может, ты и прав. Но если кто-то и узнает правду, как это доказать? Да уж. Лучший способ скрыть заговор – это убедить народ, что заговоров вообще не бывает. Кидман, ответь. Я здесь, Себастьян. Что нового? У тебя бывает, что ты не понимаешь, где реальность, а где нет? Чаще, чем у большинства людей. Ну, наверное, реже, чем у тебя. Когда я впервые попал в STEM, я не знал, что я внутри. Даже выбравшись наружу, я не был уверен, что на самом деле все кончилось. И когда я пытался объяснить... Все считали, что ты сошел с ума. Конечно. Если бы мне кто-то рассказал подобную историю, я бы сдал его в психушку ради его же блага. Знаю. Я из Мёбиуса, но даже мне потребовалось время, чтобы прийти в себя после маяка. Я будто жила в состоянии дежавю. До сих пор иногда путаюсь в происходящем. Поэтому ты осталась снаружи? Просто я больше никогда не хочу возвращаться в STEM. Считай, тебе повезло. Юнион — это дежавю в самой сердцевине сна про это самое дежавю. Выбраться бы отсюда, не тронувшись умом. Знаешь, хорошо бы тебе хотя бы выбраться. Вряд ли кто-то способен побывать там и не тронуться умом. STEM всегда оставляет на побывавших в ней свои отметины. Ты тут, Кидман? Да куда же я денусь? Что случилось? Когда я думаю о пожаре, все, что с ним связано, оказалось ложью. Лили не погибла. Мира не сошла с ума. Я знаю, что тебя это мучит, Себастьян. Но думай об этом, как о втором шансе. Те, кто потерял любимых, редко получают такую возможность. Мне не был бы нужен второй шанс, если бы Мёбиус не сломал мне жизнь. Нельзя изменить прошлое. Но можно начать все заново. Не упускай шанс. Конечно. Если получится спасти их и выбраться отсюда. Кидман, ответь. Я здесь. Мира была права с самого начала. Нужно было прислушаться к ней. Но все это звучало так неправдоподобно. Да, согласна. Но это правда. Да, правда. Бредовий, который вообразить сложно. Правда вроде должна освобождать. Почему же я чувствую себя как в ловушке? Потому что, как известно, невежество – блаженство. Как только узнаешь, что скрывает завеса, возврата уже нет. Это и произошло с Мирой. Она была очень хорошим детективом. Гораздо лучшим, чем я. Стала искать правду и сама попала в ловушку. У тебя есть шанс освободиться и освободить всех. Эй, Кидман. Что там у тебя? Я тут думал о нашем первом совместном деле. Когда мы служили в полиции?
Ограбление ломбарда? Ты в одиночку раскрыл тот случай. Я был впечатлен. Все это благодаря тебе. Ты взял меня под свою опеку и всему научил. Держался со мной на равных. Жаль, что у меня раньше не было такого наставника. Я хотел помочь тебе стать одной из лучших. Но ведь все это время ты работала на них. Меня направили к вам, чтобы я следила за тобой. Убедиться, что полиция не будет нам мешать. Как жаль. Ты могла бы стать отличным копом. Я не была бы так уверена в этом. Досье, с которым я поступила в участок, было поддельным. Я большую часть детства провела в колонии. Когда Мёбиус вышел на меня, у меня был выбор, пойти к ним или в тюрьму. Несложный выбор для 20-летней девчонки. Выходит, я тебя совсем не знаю. Я так долго работала в Мёбиусе, что уже не уверена, знаю ли я сама себя. Что-то мне подсказывает, что твой бунтарский дух не сломлен. Спасибо, киса. Это снова вы, детектив? Значит, какой-то на самом интересном месте. Ой, а я так...